И всем салам, друзья, всем привет, с вами Адекс, и в этом видео я хочу вам рассказать о событии холли, который возможно выйдет на зарубежке и который скорее всего будет у нас. Обязательно нажимайте на лайк, смотрите видео до конца, это самое главное, и пишите комментарий. И если вы видите промокод, ждите его на моем инстаграме, если вы набиваете там 1000 лайков на новой фоточке, поэтому заходите, лайкайте, а мы приступаем. Не буду тянуть, приступим. Вышел такой вот календарь, он у нас сейчас покажется на экране. И сейчас мы будем его обсуждать, и что здесь, в принципе, нарисовано, и что можно получить. Естественно, в конце вы увидите эти все скины. Получается, вот такой вот есть календарь, который, возможно, будет и у нас, но он, возможно, будет и на зарубежке. Короче, вот такие вот тут предположения есть. Получается, что мы здесь видим? Можем заметить, что это событие начинается с 9 марта. И там, как вы можете понять, можно получить себе гелик и эмоцию. Но эмоцию, в принципе, мы все получили бесплатно, поэтому она нас не коснется. Также, в принципе, с 9 по 13 число можно будет получить себе какой-то скин, возможно, навсегда или на несколько дней. Также, с 12 числа по какое-то там число, там будет даваться за логин, возможно. И также, как вы можете заметить, то, что там будут даваться скины за логин. Мы будем сейчас это все подробно рассматривать, и потом покажу вам 4 скина, и один из них это просто имба. Да, я сам не знаю, что такое холли ивент, не понимаю, это по идее праздник красок, возможно он у нас будет тоже праздноваться, но тут маловероятно, потому что, ну, не знаю, по идее, возможно такое и будет, я не знаю, понимаете, ребят, но такое возможно выйти у нас на зарубежке, вот. Но такие скины они точно будут, только я не знаю, будет ли оно в таком ивенте, или нет. В общем, давайте мы посмотрим, и что мы здесь можем увидеть. Как вы можете заметить, то что там также за логин будет выдаваться какой-то шлем бесплатно. Также есть какие-то жетоны холли. И также будет там, смотрите, это получается будет макияж тоже выдаваться. Будут комнаты какие-то выдаваться. И так далее. То есть очень много всего, но это еще не все. Будет также там нарисован такой скин. Будет у нас в честь холли события. Также будет на М500 скин, потом будет лутбокс с вещами, и, в принципе, там, ну, какая-то фигня, то есть там купончики, лутбоксы какие-то, да, ну, обычные, и, в принципе, да и все. И также, что вот тут есть еще такое интересное, тут нарисовано, кстати, это все. То есть здесь написано, с 9 по 20 будут события, связанные с большой тачкой, как вы можете получить, с 14 по 20 число. Будет какое-то вот событие, вот, и там будет этот сет. Ну, у нас он тоже будет, скорее всего, дальше. Это, в принципе, за обменник, скорее всего, будет вдаваться макияж. Потом с 9 по 13, это, в принципе, скины на пушку. Там, в принципе, логин, один день. Я не знаю, то есть вы, наверное, будете выбирать скин, который можно будет носить, не знаю. Дальше, с 4 по 22 марта он будет какое-то там событие непонятное. Что-то написано, типа, или выбери какой-то скин на несколько дней, возможно, так это и есть. И 19 число, просто за логин, вы сможете получить шлем. Шлем имба, он надевается и на женский, и на мужской персонаж. И сейчас мы это все, в принципе, посмотрим. Также, в принципе, вот эта вот игра такая, да, змейки, где, в принципе, можно будет получить данный сет. Ну, честно, не знаю, конечно, когда это будет. Будет ли у нас, ну, примерно вот так вот выглядит. Естественно, мы это все не можем на 100% быть уверены. Но то, что это будет, это по-любому. Вот, то, что будут такие скины, они должны у нас по-любому быть. Давайте мы посмотрим, что это вообще все будет. Первое, это скин на большую тачку. Она будет тут выдаваться, типа, бесплатно. И это просто имба. Ну, блин, согласитесь, у нас, по идее, должно такое быть. Смотрите, там эффекты идут с этих вот колес. И, то есть, это как холли, такая краска идет. Дальше эмоции. Но эмоции мы получали уже бесплатно, поэтому эмоций такой у нас точно не будет. Возможно, будет какая-то другая эмоция, а возможно и не будет эмоций. Все может быть. Дальше давайте посмотрим, что будет еще. Это будет сет. Но это рескин. Да, я знаю, что это рескин. Я думаю, то, что многие этот сет даже узнали. Вот, но он будет вот такого типа разукрашенный. То есть, тут фиолетовая краска, потом еще такая вот. И выглядит достаточно прикольно, вот. Но самое прикольное это тачка. И сейчас будет самый главный сет, ну, самый главный такой, да. Это вот такой вот шлем.
И в комментах сейчас оцените его от 0 до 10, как вам шлем. Его можно будет надевать и на женский персонаж, и на мужской персонаж. Вот, но он выглядит реально прикольно. Мне честно, мне он очень понравился. Вот, это такое, наверное, самое прикольное из этого всего события. Ну и скин на М1917. Не знал, что это будет на эту пушку. Не знал. Но теперь мы узнали это. В общем, что хочу сказать. Касаемо этого всего события. Возможно, это будет на зарубежке. У нас или будет точно так же, или у нас это будет просто заполнение, или это просто будет какие-то вот события такие, и все. То есть, возможно, у нас будет это уже в этом месяце, все может быть, вот. А вы нажимаете на лайк, ждите завтра топового видоса, вы просто будете в шоке. Вы просто будете в шоке от такого видоса. И заходите в инстаграм, лайкайте мою фотку. Всем спасибо, увидимся в следующем видео.